Отряд мобильного особого назначения «Острог» Управления Росгвардии по Белгородской области отметил 30-летний юбилей. Поздравить бойцов подразделения приехал губернатор Вячеслав Гладков. Только за этот год сотрудники выполнили около 2000 спецзаданий, задержали порядка 20 подозреваемых в совершении уголовных преступлений, изъяли из незаконного оборота более 6500 боеприпасов и взрывоопасных предметов. Глава региона отметил высокий профессионализм росгвардейцев, которые и днем, и ночью стоят на страже нашей безопасности, и поблагодарил за службу. Сегодняшняя достаточно сложная оперативная обстановка в области, она изменила нашу жизнь, многие профессии, даже самые медные. Но я не думаю, что для вас это стало каким-то большим изменением. Вы всегда были в самой гуще самых сложных событий, начиная от борьбы с организованной преступностью и заканчивая участием в самых горячих точках, которые были от Сирии, Чечне и много других. Вы всегда были там, где сложно.